Сотрудники отдела уголовного розыска Одинцовского УМВД совместно с коллегами из Благовещенска задержали 7 участников группы, подозреваемых в мошенничестве. Схема одна из самых распространенных. На мобильный телефон 24-летнего мужчины позвонила женщина, которая представилась сотрудником банка и сообщила, что по поддельной доверенности на него пытаются оформить кредит. Подставной полицейский эту информацию подтвердил и убедил молодого человека перевести крупную сумму на якобы безопасный счет. По подозрению в совершении данного преступления оперативники задержали 7 студентов одного из университетов города Благовещенска. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.